Давай. Четвертая серия. Мы все-таки глину победили с внучком, да? Решили с внучком, вчера запланировали с глиной танчики лепить, там всяких зверят, может быть, получится, да? Ну что? Что еще? Пистолетик, может быть, получится, да? Да, танк можно. Дед тебе обещал, как мы в детстве, я в твоем возрасте, как раз у тебя сейчас 7 годиков, 8 пошел. Мы сами ходили на соседнюю стройку, представляешь, копали глину с пацанами. И вот танчики лепили с глины. Ну а сейчас вот дед с работы принес. Вот такая порода. Кувалда ее разбил, размельчил, и вот сейчас вот. Сначала вручную, а потом внук говорит: дед, ты что, гонишь, что ли? 21 век на носу. Давай, вот такая штука у тебя должна быть, а? Говорит, у меня у папы есть. Поищи. Ну вот бабушка Иришка молодец, нашлась. И мы вот сейчас. Так что танчики будут, да? И пистолет сделаем, да? Ты на 10 дней остаешься? На 10 дней. И хотя там будем рыбку ловить, да? То удочки покупили, да? А бабушка Иришка сегодня тебе мороженое сбегала утром купила. Опять? Пока ты спал. Ну ладно, смотри, уже какая густая глина. Ну что?